Украинские солдаты, которые временно перешли на территорию России из зоны конфликта, возвращаются в Украину. Российская сторона сообщает о том, что в четверг в Украину вернулись 192 военнослужащих. Однако представители СНБО Украины говорят, что российские власти удерживают 46 военных и от них требуют признания в том, что они целенаправленно обстреливали российскую территорию. Российские СМИ сообщают о том, что украинцы перешли границу, потому как не получили ни подкрепления, ни боеприпасов, ни еды, и поэтому не хотят воевать. Украинская сторона обвиняет Россию в поддержке вооруженных формирований сепаратистов различными видами оружия, а также в массированном ракетном обстреле со своей территории украинских подразделений, которые пытаются перекрыть границы. Россия эти обвинения отрицает.